В этом году на округе было произведены работы. Это наш парк, который мы начали реализовывать, то есть первый этап строительства сквера. В этом году реализована первая его часть. Установлены детские зоны, лавочки, сменили покрытие, установили освещение. На будущий год доделают озеленение. Также на будущий год мы уже ждем от администрации финансирования и на вторую часть проекта. Это уже по самой территории, которая вот расположена от нас справа. Хорошие большие работы проведены, прекрасные городки. Ну, детям, жителям очень нравится. Что касается депутатских наказов, то в этом году мы основной упор сделали на финансирование дворовых территорий. Заасфальтировали несколько территорий по адресам. И также ежегодно мы помогаем детским садам, отправляем туда часть депутатских денег. В этом году мы направили деньги в 58-й и 109-й садик. Также в этом году еще были сделаны работы по инициативному бюджетированию. Это наши активные жители, воровских добровольцев 13, старшая по дому вместе с жителями вышли с инициативой. Обратились ко мне, я им помог с документацией, подготовили, попали в программу, также получили отличный итог, благоустроили двор. Там появился новый асфальт, сделали современную хорошую стояночку для машин. У нас благодаря все нашему депутату Логину Павлу Васильевичу получилось от того, что возникла идея, да, благоустроить наш двор, потому что у нас было мало парковочных мест, а машин становилось все больше и больше, нам неудобно было. Надо было подать заявление в администрацию. Вот Павел Васильевич вот нам в этом-то и помогал. Составление документов, ну, подача документов, да, правильное заполнение, введение смет. Это тоже такой большой пакет работ первоначальный, который требует, ну, вот, внимания и как раз кропотливости заполнения, да, вот. То есть вот нам помог Павел Васильевич в этом. Потихонечку наращиваем обороты, но наш главный проект – это сквер. Сквер нашей посередине, назовем так, Машгородка, который нужен не только жителям нашего округа, но и жителям всего Машгородка.